Всем привет, с вами Жень Си, и добро пожаловать на 11-ю часть Let's Play по Майнкрафту. Сегодня мы, наверное, позанимаемся всякой ерундой. Я хочу попробовать зачаровать кирку на что-нибудь крутое. Сходил я в шахты. Ну, я почему-то не могу долго находиться в шахтах. Там, где нужно просто копать. Это наводит на меня скуку. Поэтому долго я там не продержался. Но, тем не менее, там смог добыть 4 алмаза, железо. Ну и, в общем, больше ничего интересного. Также я ходил со своим мечом на лутинг, охотился на коровок. Старался убить их как можно больше. Там тростник, коровы, все дела. И сделал себе нормальный, все-таки зачаровательный стол. То есть обставил его книжными полками, и теперь там все выглядит культурненько. Сейчас вам покажу, как это выглядит в домике у меня. Но сначала я тут еще опыта себе понабиваю. У меня тут много опыта зомби, много опыта срут всяких. Так, оп, уже 2 стака. Кстати, у меня есть 2 морковки. 2 морковки — это здорово, можно сделать себе уже... Посадить эти 2 морковки, чтобы не росли. Вообще, сначала я думал, что там нужно как-то эти морковки в посевы переделывать, все дела. А потом где-то узрел, что можно просто эти морковки взять вот так вот, посадить, допустим, вот здесь. И все, то есть они будут расти. Никогда не мог подумать, что такое может быть. Кстати, что там с нашей курочкой? Привет, как дела у тебя? У нее все в порядке. Давайте посмотрим, сколько она нам яичек нанесла уже. 2 яйца, ути молодец. Так, я думаю, нужно сделать здесь какой-нибудь куриный загон или что. Как бы мне это придумать так получше? Наверное, сейчас я забора себе немножечко сделаю. Так, есть ли у меня дерево? Ну, не говорить. О, кстати, вот мои 4 алмаза. Я сейчас сделал себе еще одну кирку. И вот, собственно, мой зачаровательный столик. Так, нужно шустренько сделать кирку себе. Тут я еще попереплавлял, сейчас мы опыт получим. Оп, опыт. Опыт. Так, так. Ага. Палки, палки, палки. У меня есть палки или нет? Ну, не говорите, что у меня нет палок. Неужели мне опять придется гнусно рубить дерево? Или я просто невнимательно посмотрел? Ну, этого мне не... А, вот, 47 палок у меня есть. Вот это уже другой разговор. Сейчас мы шустренько наделаем себе забора. Так, оп, оп. Если я еще не забыл, как он делается. Да, вот так вот делается. Оп. Ну-ка. Да, 12 забора мне точно хватит. Можно не сомневаться. Идем, 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 идем. Вот тут вот сделаем небольшой загончик. То есть сейчас я эти яйца буду выбивать сюда. 3 у меня есть. Так, оп. Курочка, ну пожалуйста. Ура! С последнего яйца у нас есть одна курочка. То есть они будут здесь у меня вырастать. Я буду их, соответственно, размножать. И потом с помощью хитрых семян вот сюда вот спаунер перетаскивать. И у нас уже будут гораздо быстрее нестись яйца, чем вот по 3 за очень долгое количество времени. Ну, хотя бы вот столько уже помогло сделать нам еще одну курочку. Но это не все так. Сейчас моя задача еще была сделать кирку. Как раз я взял палки. Так, кирка, кирка, кирка. Вот. Так, давайте вот попробуем ее зачаровать на 24 уровень. По-моему, должно получиться что-нибудь крутое. Так. А, то есть... Лучше уже подождать все-таки 30-го, чтобы был максимальный. Чтобы я полдня не мучился, сколько у меня здесь всего повырастало. Давай мне сюда. Так, оп, оп. Хорошо, посмотрим, что... Может, у нас есть... Нет, у нас нет костной муки, то есть костей, чтобы попробовать хотя бы немножко вырастить эту морковку. Кстати, еще бы картошку мне найти. Мне когда-то там выпала зомби-картошка, я не знал, что ее можно садить. Взял ее, скушал, как дурак. Теперь не могу себе сделать ферму. Нужно взять, кстати, шустренькому ведро с водой. Мне уже, на самом деле, даже лень тыквы собирать, потому что я уже не вижу у них смысла. Я так и не смог найти чертову шахту.
Нет. О, я же забыл, что у меня еще морковки собьются. Ой, что-то об этом я не подумал. Ладно, сейчас мы их обратно посадим, ничего страшного. Так, морковки, посевы. Ага, у меня уже очень много посевов. Так. Интересно, сколько по времени растут эти морковки? Наверное, столько же, сколько и пшеница. Ой, нет. Вот, две морковки. Круто, они вот немножечко отличаются, но на самом деле так сразу нельзя увидеть. Или не отличаются? Ладно, не в этом суть. Так, кирка, меч. Но мне нужно еще 6 уровней. Где бы мне их так взять, чтобы быстро и эффективно? Это еще нужно подумать. Опа. Ну, я думаю, я и в спаунере понабываю, наверное. Понабиваю. Ну, или где, или что. Вообще, неплохо было бы шахту какую-нибудь поискать. Я понимаю, что я ее не найду. Я буду тратить на это очень много времени. И, в конце концов, все равно я не найду. Поэтому не хочу, как бы, терять свое и ваше время. Ну-ка, что у нас здесь? О, здесь ничего интересного. Хорошо, тогда давайте мы 6 уровней я в спаунере набью. Постараюсь как-нибудь побыстрее. Но ваше время, соответственно, занимать не буду. Я их набью и, то есть, вернусь обратно к записи. Итак, в общем, я снова здесь. Я уже почти получил 30 уровень. Это, наверное, самое нелепое в мире занятие, которое только может быть. Это вот стоять и смотреть, как падают зомби для того, чтобы набить с них уровень. Ну, это принесло свои плоды. Я добыл, во-первых, еще 2 морковочки и, что не менее важно, 2 картошки. Кстати, чтобы побыстрее получать опыт, я начал вот здесь вот под спаунером копать, искать уголь. 50 угля аж добыл, так что это неплохо. Вроде как. Ну, или у меня там было что-то еще, я не помню на самом деле. Откуда у меня Chain Helmet, не понял. Ладно. В общем, я думаю, там уже наспаунилось еще монстриков, то есть сейчас я их так за раз бамц, и 30 уровень у меня должен быть. Ничего себе, что, в золотой броне, что ли? Зомба. Кстати, вот еще одна морковочка упала. Блин, я хочу на нее посмотреть. Офигеть. Видите это? Ничего с ней, может, выпадет что-нибудь? Нет, ничего с ней не хочется. Надо быстрее здесь закрыть, а то все. Вот. Так, как раз у нас 30 уровень. Вот то, что нужно прям. На улице темная-темная. А, нет, уже светлеет. Когда я тут бил-бил монстра, была темная-темная ночь. Так мы закроем эту некрасивость. Оп-оп. Вот. И попробуем, сейчас вылезем, попробуем заенчантить нашу суперкирку. Так, смотрим по сторонам. Думаешь, я тебя не вижу? Эй, у меня не было в планах, чтобы он взрывался. Он портит здесь очень симпатичную текстуру около моего спаунера. Так что нам придется здесь все застроить. Безумный крипер решил взорваться около моего спаунера. Если бы ты задел бы здесь что-нибудь, допустим, спаунер, это же было бы непростительно. О, горящий зомби. Так, мы сейчас вот тут вот так вот выровняем немножечко. Я думаю, это сильно не повредит. Просто мне нужна земля, чтобы полностью здесь все позакрывать. Нет, тут тоже не очень теперь смотрится. Так, давайте тут. В общем, ладно, плевать, тут еще зарастет травой, так что все будет в порядке. Сейчас наша основная задача подойти ближе к моему домику. Во-первых, так, где вот это у нас 2 морковки. У нас есть еще 3 морковки. Оп, оп, оп. И еще 2 картошки у нас есть. Ну, прям вообще у нас тут супер развитие. Посмотрим, может, еще что-нибудь наша курочка нам... Еще 2 яичка, вы представляете? Какой я молодец. Если бы я мог тебя погладить, я бы это сделал. Ну-ка, испытаем удачу. Нет? Ну и ладно, будешь ты тут одна грустить. Ну, в этом не я виноват, это рандом, так что... Меня не вини, что ты на меня смотришь такая, такими глазами щенячьими. В следующий раз я постараюсь получше, так что все. И мы идем... Идем. Пробуем. Что здесь свистнуло?
Так, ладно, я закрываю глаза, закрываю глаза. Опа! Смотрим, смотрим, смотрим. Оп! Это все. Я надеялся на лутинг. Ну, хотя, в принципе, эффективность 3, неломаемость 3. Давайте его где-нибудь испробуем. Нет. А помню, у меня была такая кирка еще в прошлом слое. Она прям все ломала. А это только тут камни, наверное. Ну-ка, попробуем. О, я знаю, что я сделаю. Сейчас зайду в ад и добуду там обсидиана. Здорово я придумал, правда? Здравствуйте, хрюшки. Вообще, на самом деле, я не очень хочу сюда возвращаться. У меня здесь плохие воспоминания. Опа, ну, вроде довольно быстро. Все, я не хочу здесь находиться. Будет такой у нас с одним камешком портал в ад. Чем же мы будем заниматься теперь? Я думаю, сейчас стоит посортировать. Не понял, что ты там прыгаешь. Что это такое? Как так? Нет! Ну нет! Может, я как-то вниз... Не понял, а что это произошло? Она умирает ведь. Эй, спаси ее! Что это бы здесь произошло? Да ну вас всех! Нужно здесь, наверное, сверху еще гордить. Я не понял, как это... Правда, не понял, что... Курица взлетела так высоко, что ли? Ну ладно. Так... Алмазики, кобблстоуны, угли. Так, так, так. Так, так, так. Блин, все это мы складываем, но все мне на самом деле не нужно. Мы оставим нашу... Две наших крутых кирки. Факелов оставим. Ровно стак хлебушка. И возьмемся стак земли, наверное. Вот, да. И лопатку еще, наверное. Как раз мне хватает еще. Алмазик у меня же есть на лопатку. Здорово. Так, нужно взять палки. И делаем лопатку. Отлично. Мы такие прям все в алмазе. Еще бы на самом деле хорошо было броню бы алмазную. Я, кстати, не удалил еще этот мод. Он в нем так забавно ходит, поэтому я решил пока его оставить. Хм, хм. Что же мы будем делать теперь? Я даже представить не могу. На самом деле я хотел бы поискать себе какую-нибудь шахту, наверное, какую-то, но... Но это ведь не так просто. Шахту искать очень-очень тяжело. Сейчас мы посмотрим, что у меня здесь. Как там у вас дела? Я уже давно не заходил, на самом деле. Я не хочу туда спускаться. Я не знаю, как мы будем искать шахту. У меня столько много планов, а осуществить я их не могу. Вроде у меня есть все то, что мне нужно, а... А чё толку? Кстати, я же набрал кучу адских бородавок. Точно. Где мои адские бородавки? Я не понял. Я же точно помню, что их набрал. Что за... Что здесь их тоже нет? И здесь их нет. Не знаю, куда я их бросил. Может, они где-то у спаунера или я вообще не знаю. Кактусы. Ну, кактусы я тоже не особо хочу собирать. Пусть они здесь стоят. И они мне просто не нужны. Я вообще не знаю, зачем мне нужна эта кактусовая ферма. Она здесь на уровне декорации уже стоит. Что-то все. Курочки мои успокоились. Эта курочка вообще как-то сверх запрыгнула. Так что я... Не знаю, что с ней делать. Ну ладно. Я думаю, пока что я не знаю, что делать. Наверное, в следующей части я начну как-нибудь с шахты какой-нибудь, буду ее искать усердно, потому что мне хочется прогуляться по какой-нибудь шахте, найти в первую очередь арбузные семечки. Это такое самое основное. Кстати, еще здорово, что на моем канале близится число уже к 1000 подписчиков. Ну, то есть, люди уже, наверное, переходят с того как-то канала, что-то вспоминают, заходят, потому что... Ну, на том канале я 1000 подписчиков добивался очень долго. Помню, как я делал, там, стену подписчиков на 200, на 500, там, какой-то тоже
обновлять ее старался, так до этого и не дошло. Сейчас все как-то произошло быстро. Ну, конечно, я этому очень рад. Я рад, что вот люди, то есть, подписываются, все дела. Все так быстро набретает свою форму. Я вообще думал, знаете, создам, то есть, новый канал, все дела. И, то есть, все, вот 7 месяцев ничего не снимал, там люди уже, думал, от половины отписались, и остались те, кто уже не пользуется YouTube. Нет, вот, все как-то быстро-быстро, и вот результат уже. Почти там 933, по-моему, уже, и вот уже до 1000 так доходит. Ну, конечно же, всем спасибо огромное за вот это, за то, что вы делаете. Ну, на сегодня, наверное, все, что я хотел сделать, потому что пока что я не знаю, что мне здесь делать, не придумал. Поэтому всем спасибо за просмотр, с вами был Джейн Си. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Пока и удачи!